Я теперь экономика. Я хочу, чтобы у вас был свой питомник. Почему я говорю мини-питомник? Одна семья может содержать его. Вот представьте себе, когда приходится нанимать, это Сергей нанял, не я. Вот, видите? Сельчанки. Вот она работает. Вот вы уже почти весь питомник видите. Почти весь. Вот еще часть питомника, да? Вот она опять на коленках ползает. Вот она, еще кусочек питомника. Видите? Это очень важная, нудная работа. Запускать-то его нельзя. И тут, конечно, черный пар. Одна радость, знаете, от чего какая? Что мыши редко сюда залазят. Ну, неуютно им тут. Вот. Неуютно. Они любят густую траву. И, наконец, смотрим сюда. Вот видите, сколько труда огромного понадобилось, чтобы вот так вот каждую травинку, заметьте, они голыми руками. Голыми. Вот в этом вся прелесть. Почему голыми руками и все это с этим самым, с корешками. И вот получается вот такая куча. Это огромный труд. И получается так. Прикидывали, почему Сергей пошел на завод крановщиком. Знаете, когда со всеми этими девушками рассчитаться, вот, прибыль-то. Вы думаете, если по 1000 рублей саженец продал, он взял эту 1000 и пошел в этот самый ресторан, или накопил сразу на автомобиль? Нет, автомобиль купил, но подержанный. Да. Вот. Со 100 тысяч пробега я бы брать не стал, а куда деваться? Вот. И вот получается, себестоимость настолько высокая, что я, говоря об эргономику питомниководства, говорю, любительское питомниководство – это строго в рамках Железовских, значит, посадка, стратификация. Вот видите, посадка была, была, но какая посадка? Вот такая вот. Да, чаще сожрут мыши. Ну, а что делать? Вот. Идем дальше. Это и есть экономика. Ну, а если вам предлагают, помните, потом еще нашел один питомник, по 20 рублей предлагают. Это значит, все, дерьмо выбрасывать не хотят. Вот, хотят хотя бы по 20 рублей продать. Вот этот момент посмотрели. Так. Ну, а вот наше это, сегодняшнее, как сказать, человек, на которого я сделал, есть такое выражение, сделать ставку. Вот. Я в отчаянии. Больше ни на кого. Сергей сидит за краном. Никто не торопится его привлекать к работе творческой. Диплом-то есть, агроном. Вот. Но они не нужны. Самое интересное, не нужны такие люди. Ну, посмотрим, может, у Ильи Александровича это самое сложится карьера.